Знаете, ребята, чего не хватает в Брукхэвен? Рождественской обновы, конечно же. И я решил сделать, ребята, рождественскую обнову сам. И я сейчас переоденусь в Санта-Клауса и буду бегать в Дед Мороз, да, кто не понимает. И буду бегать раздавать людям подарки. Это будет просто охрененно. Давайте глянем, что из этого выйдет. А я вам напомню, что, ребята, я ищу команду, набираю в команду людей. Прыгайте в мой Инстаграм, подписывайтесь, будьте самыми активными. Именно оттуда я выбираю людей, которые будут снимать со мной видео. Да, поэтому ссылочка на него в закрепленном будет комментарий. Итак, мы здесь, ребята, с вами находимся. Нам нужно переодеться в Санта-Клауса. Это будет самое интересное, потому что тут нет наряда Санта-Клауса вообще. Поэтому давайте будем смотреть, что же у нас может быть на этот раз. Итак, во-первых, нужно, конечно же, нахрен все снять с головы. Это нам не понадобится. И давайте будем начинать наверное, с чего мы начнем. Я не знаю, с чего мы начнем, но нужно начать. Поэтому давайте будем с чего-нибудь начинать. Что-то мне жарко, блин, сейчас пойду переоденусь. Ох, так-то лучше. Так, ну что, ребята, футболочки по летнему, так скажем, по зимнему, по летнему. Итак, мы с вами уже переоделись. Теперь нам нужно каким-то образом взять и сделать что-то наподобие Деда Мороза, Санта-Клауса, да, или как он у нас называется, Миколай. Давайте мы сейчас... найдем хотя бы шапку рождественскую. Если здесь есть рождественская шапка, ребята, то это будет просто замечательно. Так, но проблема, походу, в том, что рождественской шапки-то тут нет вообще. А это, я вам скажу, уже серьезная проблема. Вообще нет. Серьезно? Ой-ой-ой, ребята, это реально серьезная проблема. Ладно, я там что-то нашел. Смотрите, вот это более-менее что-то прайс. Смотрите, нет, вот этот колпак, это идеально. Похоже, кстати, похоже на что-то рождественское. Ладно, давайте оставим. У нас будет своя версия, так скажем, Санта-Клауса. Давайте глянем, есть ли у нас тут какая-то борода. О, есть борода. Борода, а что желтая, а есть белая? А ну-ка, давайте посмотрим, ребята. Есть белая борода, супер. Так, давайте сейчас вот это уберем. Ребята, белая борода есть, ну, точнее, серая. Ну, слушайте, выглядим мы уже супер, поэтому нам теперь понадобятся волосы, ребята. Давайте, нам нужны какие-то белые волосы, длинные волосы, как у Деда Мороза, значит, Санта-Клауса. Но проблема в том, что тут тоже такого нет. Но есть что-то подобное. А, ну, это что, Наруто Санта-Клаус, ребят? Нет, нам такое не надо. Возможно, возможно, что-то я смогу найти в женском отделе, так скажем. Ну, больше похоже на бородатую женщину, конечно, чем на Деда Мороза. Ну, ладно. Но, ребят, проблема в том, что если мы ничего не найдем, придется брать то, что есть. Так, это что у нас? Ну, это какой-то бомж. Нет, бомжа нам не надо. О, смотрите, что-то красивое. Прекрасные волосы. Прекрасные волосы, но не по Санта-Клаусски. Поэтому давайте мы что-нибудь другое найдем. Так. Нам нужно белое что-то. Белое. Господи. Вот это, конечно, нормально. Блин, проблема, ребята. У нас проблема. У нас нет ничего, что похоже было бы на белые волосы. Именно на белые. Именно на белые. Но ничего, давайте. Ну, слушайте, ладно, давайте возьмем вот это. Это больше, более-менее на что-то похоже. Окей, что нам нужно еще? Еще нам нужно, ребята, с вами натянуть что-нибудь. Так, но проблема в том, что нам натянуть-то нечего. Что это такое? Господи, это что, в дерево превратит? Отлично. Так, ладно, мне не нравится. Мне не нравится, но проблема в том, что у нас тут нечего одеть. Хотя, есть, смотрите, есть такая штука. Ну, слушайте, давайте возьмем. Было бы классно, если бы она была красная, да? Мы бы на Деда Мороза реально были похожи. Но розовая тоже сойдет, окей, пусть так будет. Окей, давайте ищем дальше. Больше у нас вроде как ничего нет вообще, да? Или есть? Не-не-не, ничего нет, отлично, ладно. Хрен с ней, давайте теперь шмотки. Нам нужно что-то красное и праздничное. Давайте будем смотреть, что у нас есть красное и праздничное. Вот это... но это Зэк Санта-Клаус нам не нужен. Так, это у нас пожар. Но это явно, тут уже сразу видно, что это что-то вот не новогоднее, ничего. Что-то красное. О! А ну-ка. Ребята. Мне нравится. Давайте берем вот это, короче. Я похож на фею какую-то, знаете, фею трансвеститы, серьезно. Ладно, давайте мы что-нибудь другое возьмем. Точнее, нет, цвет. Ну, слушайте, можно было бы взять... Не, короче, ладно, давайте вернемся вот к этому. Пусть будет так. Давайте лицо. Лицо нам нужно какого-то дедушки доброго, потому что слишком молодое лицо у нас. Давайте нам кого-нибудь старенькое. Есть старенькое лицо, ну... нет, мне не нравится. Ищем. Только носа нет. Ладно, нам нужен нос, ребята. Без носа не катит. Так, ладно. Либо хотя бы рот, чтобы видно было.
Так, это что? Ну, это у нас зло. Это у нас злой Дед Мороз. Нам такой не нужен. Нам такой не нужен. Такой тоже не нужен. Такой... нет, это все не то, ребята. Капец. Нам нужен какой-то добрый дядя. Добрый дедушка даже, я бы так сказал. Я не знаю, вот такой. Слушайте, лицо идеальное. Я понял, какое нам лицо нужно, чтобы оно подходило прям идеально для нашей морды. Давайте мы сейчас возьмем что-нибудь такое веселенькое. Вот это подойдет. Ну, слушай, не очень похоже на деда, если честно. А вот так. О, это прекрасно. Смотрим, что еще тут есть. Блин, ничего, ребята, нам не подходит вообще. Прекрасно. Ладно, пусть так, короче, будет. Я не могу альтернативу найти, ребята, простите. Окей, надеюсь, люди не испугаются, когда к ним вот такой вот Дед Мороз подбежит. Реально похож на бомжа какого-то, который переоделся. Чисто за домом сидеть, вот это нормально. Ладно, окей, давайте. Теперь нам нужны какие-то подарки рождественские. У нас Рождества нет. Давайте посмотрим, сможем ли мы тему какую-то рождественскую сделать. Я сомневаюсь. Рождественской темы у нас даже нет. Пусть будет Мегаполис, пусть будет так, ладно. Теперь нам нужно найти, что мы будем дарить людям. Я думаю, что по факту уже разберемся. Давайте мы сейчас дождемся, когда у нас все прогрузится. Все прогрузилось? Да, прогрузилось, отлично. Мне нужен теперь Санта-мобиль. Желательно какую-то карету, но у нас даже кареты нет. Поэтому проблема серьезная. Ну давайте, короче, мы будем на лошади. Но мы будем на лошади. Санта-Клаус на лошади, но у нас черная лошадь. Не, лошадь не катит, ребят, вообще. Нам нужно более универсальное средство передвижения, поэтому мы сейчас возьмем именно его. О, прекрасно, ребята, вот это то, что нужно. Все, окей, едем так. Итак, ребята, первое, кто у нас есть... О, у нас есть работа с Санта-Клаусом, а ну-ка, давайте сейчас посмотрим. Ну, пожалуйста, кто-нибудь, нет, у нас ничего нет. Тогда просто имя давайте напишем, что нас зовут Санта... ладно, давайте Дед Мороз. Мы не похожи на Санта-Клауса. Дед... Дед Санта. Ладно, пусть будет просто, короче, дед. Окей. Дед Мороз, ребята, не катит. Давайте красным еще, чтобы празднично было. Все, поехали. Итак, мы будем с вами дарить сейчас подарки людям. Вот там вроде есть девочка. Давайте мы сейчас к ней пойдем. А звук где? Где звук? Итак, товарищи, давайте. Дзинь-дзинь. Выходи. Дед Мороз вообще-то, но Мороз не пишется, поэтому дед. Алло. Подруга? Ладно, никого нет дома. Окей, ну мы взламывать никого не будем, потому что... Ой-ой, ребята, там что-то написано. Что-то очень нехорошее, походу, написано. Гляньте. Кто знает арабский, ребята, переведите. Переведите. Так, ладно, а мы пока едем сюда к Алине 51О. Не знаю, что это значит. Может быть, у нее 51 очко. Но посмотрим. Так, Алина, выходи. Алина, выходи, роднуля. Моя хорошая, Дед Мороз приехал. С Новым годом. Слушайте, я... Слушайте, вы бы доверились такому Деду Морозу? Напишите в комментариях. Я бы доверился, посмотрите. Ну, точнее, мне кажется, у меня нет права отказать просто, если он придет, потому что такая махина. Да чё никого дома нет, я не понимаю. Алло, может быть, на заднем дворе кто сидит, не слышит? Чёрт, это незапланированное путешествие, ребята, поэтому садимся, дальше едем. Окей, давай, поехали. Дед Мороз, к сожалению, Мороз, вы поняли. Ой, упали, аккуратно. Слушайте, я бы на инвалидной коляске так бы не катался. Так, нам нужен... Ты чё, по встречке едешь, дурак, что ли? Чуть не сбил деда. Нам нужно кому-нибудь прийти в гости. Давайте, короче, мы телепортируемся. Чё мы ездим-то? Аделина, Аделина щит. Давайте, я не знаю, как, почему вот так это. Аделина, добрый вечер. Подожди, это не ее дом. У нее дом наверху, поэтому залазим наверх. Эвелина, дед к тебе идет. Капец, я бы обосрался, если бы такой, конечно, молодой человек ко мне пришел. Точнее, он уже старый молодой человек. Но извините, ребята. Что имеем, то имеем. Почему никого дома нет? Я не понимаю. Вы что, подарков не хотите? У меня для тебя подарок. Алло! Не, ну ты скотина, конечно. Не хочешь? Ну и как хочешь, ладно. Никто не хочет подарков от Деда Мороза. Никита Хакир, иди сюда, братуха. Никита. Выходи. О, у него открыта дверь. Я зашел, не стреляйте. Я не вор, вроде как. Но только вы меня, пожалуйста, не убивайте. Так, ладно, окей. Ну, где Никита? Никита, я принес тебе подарочки. Под елочку положу сейчас. Ты где? Ладно, у меня для тебя подарочек под елочку есть. Сейчас, елочки у тебя нет, поэтому я положу подарочек вот здесь. Я думаю, ты против не будешь, да?
Да, да, забираем, погнали. Так, все нормально, Никита, с Новым годом. Погнали быстренько домой. Точнее, не домой, куда-нибудь другое место. Вот сюда давайте. О, нет, ладно, спускаемся вниз. У меня нет ничего. У меня ничего нет. Так, ой, тут полиция. Тут все нормально, никого не было. Я вообще инвалид. Я вообще инвалид. Вот. Тихо, тихо. Ты что на деда? Ты на деда? Ты на инвалида оружие, что ли, направишь? Ой, ребят, походу у меня проблемы. Здрасте. Привет. Хай. О, он что, мне хочет денег дать? Я не против. Ну, я бомбу ему показал. Так, давайте ее уберем от греха подальше. Я спалился, у меня денег нет. Пожалуйста, дай деньги. Я готов, я хочу деньги. О, он дает деньги. Ребята, вот это соцпомощь, я вам скажу. Вот это соцпомощь, ни хрена себе. Значит, ин... А что, так можно было, что ли? Офигеть, а мне нравится. Ты что, мне задавить хотела? Ты подлюка. Так я думаю, что с такими деньгами лучше на свет не показываться, а то еще заберут. А, подожди, стоп. У меня же для тебя подарок есть. Раз ты мне подарок дал, я тебе сейчас тоже подарок подарю. Погоди. Минуточку. Капец, я скотина. Это был Никита Хакир вот этот. Он, получается, увидел меня, дал мне денег, но я-то ограбил его хату. Он-то не знает, что это я сделал. Ладно, я хочу извиниться. Я хочу отдать ему деньги. Никита, выходи. Никита, выходи. Я хочу отдать тебе то, что ты мне дал. Выходи, Никита. Так, у нас проблема. Никита куда-то делся. Ладно. Хорошо, я думаю, что я его потом встречу. Так, ну что, я думаю, следующий. Кто хочет подарок? Кто хочет подарок? Ой-ой-ой, тихо, ребята, под шальную пулю чуть не попал. Давайте посмотрим, кто у нас еще есть дома. Соня Антипина, супер, погнали к ней. Сонечка, роднуля, ты где? Выходи. Я к тебе с подарочком пришел. Давай, я слышу шаги, я слышу, что ты здесь, выходи давай. Добрый вечер. Будьте добры, открыть, пожалуйста. О, открыли дверь. Здравствуйте, здравствуйте. Сонечка, я к вам с подарочком. У меня, значит, есть вот такой вот подарок. Это для вас. Вот, держите, с Новым годом. С Новым годом. Наконец-то, первый человек, ребята. О, мы подарили ей подарок, офигеть. Так, давай я положу его. А можно его положить, нет? Подарок нет, положить нельзя. А ты мне дашь что-нибудь взамен? Или не дашь? Я все прекрасно понимаю, но... О, еще одна? Ты тоже подарок хочешь, что ли? Ну ладно, хорошо, тебе тоже дам подарок, держи. Окей, забирай. Это вам подарок, ребята. Угостите деда хотя бы чем-нибудь. Что вы это? Жлобитесь тут. Дайте деду что-нибудь поесть. Либо пожевать что-нибудь, хотя... если посмотреть на мои зубы, жевать-то мне особо и нечем. Ну ладно. Что это? Слушай, с бомбой играть? Ладно, вы сумасшедшие, я пойду отсюда.